Здравствуйте, уважаемые зрители! И сегодня мы с семьей отправляемся в лес пожарить сосисочки. Идет супруга, дочка. Вот. Погода просто прекрасная, тепло и хорошо. Ну а мы идем вглубь леса. Какая теплая погода, просто вообще красота необыкновенная. Так, вон девчонки идут, догоняют, дочка со стаканчиками, сок будет туда налить. Смотрю, смотрю, Ви. Да. Вот здесь сейчас будет препятствие. Посмотрите, какое дерево лежит. Вот его надо пройти аккуратно. Я знаю. Давай-ка. Оп. Молодец. Отлично. Так, идем дальше. Мы сейчас будем искать спуск вниз. Грибы. Да грибы-то уже все. Нет, они будут расти, да, Вик? Красный? Да, сам делаю. Так, сейчас мы пойдем вот здесь вот вниз. Сейчас остается несколько метров. И мы начнем спускаться. Пристегиваем ремни. Давайте аккуратненько. Не волнуйся, дочь. Все нормально. Так, вот здесь аккуратненько, пожалуйста. Да, какой здесь красивый ручеек протекает лесной. Вот. Ну а нам тут остается буквально чуть-чуть дойти вот до этого бревна. И тут мы расположимся. Вот здесь мы сейчас будем разводить костерчик и отдыхать. Так, потихонечку начинаем разводить костер. Вот. Опа. Пока девчонки кушают. О, вообще отлично. Так, вот и отличненько. Костерчик потихонечку разгорается. Мы бумагу не брали никакую с собой, чтобы разжигать. Так вот, чисто на коре, на щепочках. Послушайте, как звонко звучат прогорающие дровишки. Вообще отлично, ребята. Сейчас он разгорится. И приступим жарить сосисочки. Как хорошо в лесу. Вообще прекрасно.
Так, все, сейчас приступим жарить сосиски. Так, тут у нас портфельчик, и тут они лежат. Вот они. Угу. Отлично. Отлично. Вот, а у нас уже подходит костерчик, кстати. Сейчас мы будем жарить. Не бойся, мы аккуратненько. Вот, отлично. Сейчас у нас они пожарятся, да, Вик? Да, вообще красота. Вкусненькие будут. А почему у тебя уже черные? Ну, они уже почти готовы. Сейчас мы их будем кушать, вот эти. Вкуснота, наверное. Сейчас посмотрим. Еще 5 минут тебе можно подождать. Сможешь? Угу. Ну, отлично. Я пойду пока отнесу, ладно? Угу. Вот эти. Мама, иди сюда. Сосиску тебе кину. О, шкварчат. Вообще шкварчат. Отлично. Только успевай перекручивать. Опа. Красота. Одну сюда, эти сюда. Во. Еще у дочки там. Отлично. О, вообще просто. Папа, у меня 2 салдельки. Ну-ка, где? Ага, все, аккуратненько только. Давай, аккуратно. Как я тебе говорил. Опа. Угу. О, вот это вот рецептик на костре. Вот так нормально. Ну, отлично. Так, еще мама сейчас будет тоже делать вкусное блюдо. Да. Только аккуратней, пожалуйста. Хорошо? Смотрите, какое уникальное лесное растение – хвощ. Уже глубокая, так скажем, осень, начало зимы. Ну, понятно, климат изменился, снега нету. Вот это растение зеленое, то есть оно и зимой будет зеленое. Очень красиво оно смотрится в лесу. Посмотрите, здесь ручей вот так протекает, и вдоль берега этого ручья вот это растение растет. Просто красота, ребят. Так, ну а я пойду кушать
сосиски. Сова. Что? Сова. Где? Где-то там летала. Давай, Викулька, тушим костерчик. Все отлично. И можно будет собираться. Сейчас мы его до конца дотушим и пойдем домой. Порядочек наведем за собой. Это обязательное условие пребывания на природе. Ну а вам, друзья, я говорю до новых встреч. Спасибо за просмотр, за уделенное время. И берегите природу.